Краснодаре в декабре прошла церемония награждения лауреатов конкурса на приз имени маршала Жукова. Победители получили почетные грамоты и благодарственные письма от имени губернатора Кубани. В конкурсе приняли участие образовательные учреждения, библиотеки, музеи, поисковые и военно-патриотические клубы, ветеранские организации и средства массовой информации. Впервые в конкурсе приняли участие коллективы сотрудников детских садов. Комиссия отметила, что представленные материалы отличаются высоким качеством. В проведении мероприятий с молодежью уделяется большое внимание знаниям истории России и Кубани, сохранению исторической памяти и развитию чувства долга и социальной зрелости. Достойное место в когорте патриотов заняли и наши земляки. Поисковому отряду «Кубанский рубеж» Славянской районной общественной организации «Клуб по интересам К-95» был присвоен памятный знак «Маршал Жуков» и благодарность от губернатора Краснодарского края за второе место в краевом ежегодном конкурсе по военно-патриотическому воспитанию на приз имени Жукова. Такой же благодарностью и памятным знаком был удостоен и коллектив Славянской муниципальной телерадиокомпании.